скромных героях, строивших БАМ, обживших восточно-сибирский простор, в тайге магистраль пробивавших упрямо, сегодня сердечный пойдет разговор. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. От Москвы до самых до окраин, южных гор, уважаемые туапсинцы и гости нашего города. В 2024 году исполняется 50 лет со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Сегодня мы вспомним, как все это было, а также услышим песни, которые звучали тогда по всей стране. В июле 1974 года принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве БАМа. Для осуществления его создана мощная строительная организация «Главбамстрой». Работы развернулись сразу на всем протяжении трассы. На 17-м съезде в ЛКСМ Байкало-Амурская магистраль была объявлена всесоюзной комсомольской стройкой. Настойчиво прозвучало набатное слово «БАМ». На гигантскую протяженностью свыше 3500 нехоженных километров на стройку потянулись тысячи людей, главным образом молодых со всей страны. Зазвучали новые советские песни. Я, ты, он, она. Для вас поет вокальная студия «Бриз». Ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья. В слове мы 100 тысяч я, больших глазах, озорных, черных, рыжих и льняных, грустных и веселых, в городах и селах. Над тобою солнце светит, родина моя. Ты прекрасней всех на свете, родина моя.
просторы я люблю твои, поля и горы, сонные озера и бурлящие моря. Над полями выгнет спину радуга, дуга, нам откроет сто тропинок синяя тайга. Вновь настанет время спелых ягод, а потом опять на землю лягут белые огромные роскошные снега, как будто праздник. Луна тебя, звезды удивленно смотреть, будут над тобой добрые рассветы гореть. Полнеба в синей вышине, птицы будут радостно петь, и будет песня звенеть над тобой в облаках, на крылатых твоих языках. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, в слове мы 100 000 я. Над тобою солнце светит, льется с высоты. Веселым грозом и смеясь от счастья упаду в твои цветы. Обняла весна цветная шит твоих степей. У тебя страна, я знаю, солнечно в судьбе. Нет тебе конца и нет начала, и текут светло и величаво реки необъятные, как песня о тебе, как будто праздник. Будут на тебя звезды удивленно смотреть, будут над тобой добрые рассветы гореть. Полнеба в синей вышине, птицы будут радостно. Большеглазых, озорных, черных, рыжих и льняных, грустных и веселых, города и села. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, слой мы 100 000 я. Для вас выступает Александр Литвинов, попурри в стиле твист. Thank you.
Хорошие девчата, для вас поет вокальный ансамбль «Родник». Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки веселых глаз. Лишь мы затянем песню, как все сердцы вокруг, и голосами своими поддерживают нас. Лишь мы затянем песню, как все сердцы вокруг, и голосами своими поддерживают нас. Судьбе своей навстречу идем мы без оглядки, куда нас не пошлете, мы везде найдем друзей на целине далекой. Бараки и палатки всюду с нашим приходом становится светлей на целине далекой. Бараки и палатки всюду с нашим приходом становится светлей. То поднимаясь в гору, то опускаясь круто, лежит дорога наша, и не видно ей конца. И вам всегда помогут в нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. И вам всегда помогут в нелегкую минуту наши верные руки и девичьи сердца. И рано на рассвете, и после трудной смены, веселые запевки в нашей комнате звучат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат. Десятки тысяч юношей и девушек откликнулись на призыв партии и обратились с просьбой направить их для выполнения ответственного задания. И началась рабочая романтика с трудовых мозолей и нелегких будней. Жили в палатках и вагончиках, а по вечерам собирались у костра. Кто-то играл на гитаре, а кто-то танцевал, превращая строительную площадку в танцевальную, ведь они были так молоды. «Валенки» для вас поет Дарья Кудрявцева. Пошиты старенькие, нельзя валенки носить. Не в чем к милому сходить, валенки да валенки. Ой, да не пошиты старенькие, валенки да валенки. Ой, да не пошиты старенькие. Ой, ты, Коля, Коленька, лай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, ой, да не носи девкам колец, валенки да валенки, ох, да не подшиты стареньки, валенки да валенки, ох, да не подшиты стареньки. Чем подарочки носить, лучше бы валенки пошить. Чем подарочки носить, ой, да лучше бы валенки пошить. Валенки да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Суди люди, суди Бог, как же я любила. Мама разу босиком к милому ходила. И валенки да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки да валенки, ох, да не подшиты. Для вас выступает
фестивальный танец «Аэлита». Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. А парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются вдоль стены пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Сегодня пусть не повезло девчонкам от чего-то, они статистике назло опять придут в субботу. Придут девчонки стоять в сторонке, платочки в руках теребя. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ну очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В руках тебя. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ах, как жаль, что на 10 девчонок. Представляете, по статистике всего лишь 9 ребят. Это ж надо. На 10 девчонок 9 ребят. Ой. Ай-яй-яй. Байкало-Амурская магистраль для нас не только дорога, это символ времени и олицетворение лучших качеств человека-труженика. Это памятник самоотверженности и чувству долга ее строителей. Прокладывать трассу под палящим солнцем и в 40-градусные морозы сквозь горные хребты, болота, сотни километров необжитой тайги и тундры – это действительно подвиг. Благодаря трудолюбию и силе воли первопроходцев БАМа Россия получила новый выход к Тихому океану и возможность усиления экономического потенциала. Здесь от людей требовались мужество, выносливость, а порой и героизм. БАМ стал действительно интернациональным проектом. Прокладывать дорогу приехали стройотряды со всех концов Советского Союза. Испытания стойкости прошли более 500 тысяч человек – проектировщики, строители, железнодорожники. Магистраль стала для многих настоящей школой жизни, ведь тогда БАМ был тем же, чем космос для авиаторов. Здесь впервые опробовали многие строительные материалы, новые технологии для работы в условиях вечной мерзлоты. Дорогие друзья, с праздником вас поздравляет хореографический ансамбль «Мозаика». Плетень! Thank you.
исполнении хор народной песни «Судари, сударушки», попурри советских песен. Вечер тихой песнею над рекой плывет, дальними зорницами светится завод. Где-то поезд катится точками огня, что ты подарил, никому.
степной казак лихой. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? Но ты взглянуть не догадался, умчался вдаль казак лихой. Таким ты был, таким ты и остался, но ты и дорог мне такой. Таким ты был, таким ты и остался, Строительство БАМа ставило сложнейшие научно-технические вопросы, связанные с сооружением мостов и тоннелей. Всего их было построено более 3000. И, наконец, 29 сентября 1984 года было уложено золотое звено. И первые поезда пошли по новой железной дороге от Усть-Кута до Комсомольска на Амуре. За время строительства магистрали во всесоюзной стройке образовались тысячи новых семей. 2024 год. Президентом России Владимиром Путиным объявлен годом семьи. Ромашковые поля. На сцене коллектив современной хореографии «Вечное движение». Неизменен порядок на свете, за зимою приходит весна, незаметно взрослеют дети, и однажды лишаются сна. Дома отчего тихую пристань покидают они вновь и вновь, за мечтою стремляясь чистой, за мечтою стремляясь чистой, их зовет за собою любовь. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. И несется стремительно юность над прекрасной цветущей землей, чтобы жизни постигнуть мудрость и однажды вернуться домой, где семья и любовь и верность, на которой стоит земля. В жизни каждого главная ценность, в жизни каждого главная ценность вечно ждет. Это гавань тебя.
Для вас поет Юрий Черетянный «Напиши мне письмо». Прошло 50 лет с начала строительства магистрали. Первые бамовские дети уже совсем повзрослели. По-разному сложились их судьбы. Кто-то уехал, но многие остались жить и работать на БАМе. Они с молоком матери впитали любовь к этим бесконечным просторам, городам и поселкам, которые строились и хорошели у них на глазах, к дороге, которую проложили их отцы. БАМ стал их родиной. Для вас выступает вокальная студия «Бриз». Мой адрес – Советский Союз. Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.
строчки тире телеграфные. Ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Я там, где ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. На сцене ансамбль армянского танца «Наре». Керцы, встречаем наших артистов бурными аплодисментами! Thank you.
50 лет не так уж и много. Пройдут годы, будет и 60, и 100. И эти даты тоже обязательно будут праздновать. И каждый раз, собираясь на очередной юбилей, обязательно с гордостью вспомнят вас, первых строителей Байкало-Амурской магистрали. Скоро под быстрыми колесами поездов зазвенят рельсы второго БАМа. И кто-то вспомнит своих друзей, сослуживцев и тихонько скажет: «Мы строили БАМ, а БАМ строил нас». Я рожден в Советском Союзе. На сцене вокальная студия «Бриз». Адыгея и Крым, Беларусь и Мордовия – это моя страна. Сахалин и Камчатка, Уральские горы – это моя страна. Краснодарский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Антарктика тоже. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин – это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин – это моя страна. Разоренные церкви и новые храмы, и Красная площадь, и стройка на БАМе. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Победы – это моя страна. Жуков, Суворов, комбайны, торпеды – это моя страна. Олигархи, нищие, мощь и разруха, КГБ, МВД и большая наука. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский, нефть и алмазы, золото, газ, флот, ВДВ, ВВС и спецназ, водка, икра, Эрмитаж и ракеты, самые красивые женщины планеты, шахматы, опера, лучший балет. Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединилась в союз. Вместе наши предки сражались в бою. Вместе выиграна Вторая мировая война. Вместе мы самая большая страна. Душат границы, без визы нельзя. Как вам без нас? Отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Уважаемые друзья, на этом наш праздничный концерт подошел к концу. До новых встреч! Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг.
выше жалеют над страною. Ветры яростных атак